О нет, бедная семья котиков случайно забрела в какую-то шахту, и тут стоит злой Гарфилд и хочет съесть их. Поставь лайк, подпишись на канал за 3 секунды, и тогда Гарфилд упадет в шахту. Еее, ты помог котикам, спасибо тебе, теперь они выживут. Ставь лайк, если ты про, а с вами Найсик Бро, и в этом видео у нас будут самые крутые ямы, как мне кажется, одни из самых крутых, потому что здесь сразу 3 картун монстра, а это как раз картун кэт, картун котопес, то есть кэт дог, и третий картун дог, то есть это 3 существа Тревора Хендерсона вместе, и именно картун, то есть мультяшные, это просто пушка, по-моему, и самое главное... Ой-ой-ой, это что такое, блин? Я боюсь, ребят. Ну а подойдем к этому доброму жителю. Он чересчур добрый, что я прям вообще боюсь его. Привет, ты как из дурки сбежал-то, а? Ну за что ты меня в дурку сразу? Я просто радостный житель. Что ты такой это злой? Привет, Найсик Бро. Смотри, тут 3 сундука и там лежат лаки-блоки. И смотри, если ты прыгнешь в любой из этих порталов, там будет что-то страшное. Но если ты добудешь какое-то количество алмазов из этих сундуков, то тебе они как бы переселятся в тот мир, куда ты прыгнешь, да? И там у тебя будут алмазы, и ты за них можешь у другого жителя купить всякие оружки за алмазы. Думаю, это реально классное предложение, и это действует только сегодня, поэтому поторопись, у нас сейчас скидки. Со скидками? Нет, со скидками. Что? Что? Ладно, все, проехали. Я очень радостный житель. Только не надо меня в дурку, умоляю. Ладно, так уж и поверю, что ты не сумасшедший. А у тебя яйца даже разбиваются, то есть... Ты вообще, это, как бы, яйцеголовый. Ладно, извини. Ну ты вообще довольный такой, да? Тебе плевать на то, что я говорю, так, ну, чисто навеселее всегда. А точно ли из дурки не спеша? Ладно, ладно, все, проехали. В общем-то, у нас тут 3 ямки. Картун Кэт Дог и Картун Дог. И нам надо выбрать яму посредством открывания лаки-блоков. И где лучше дроп, наверное, туда я и прыгну все-таки. Это как бы мой определитель. И при этом мне еще алмазы с этих лаки-блоков достанутся, возможно. Надеюсь на это очень сильно. И мы их сможем перенести в тот мир. И это круто. О, привет, житель. Не, пока, ты мне не нужен сейчас. О! Заходи сюда, заходи на огонек. Ладно, что у нас дальше? Губка. Пока что все нормально у Cartoon Cat, да? Пока что ничего плохого не выпало. Стоп, а у нас мирная стоит? Не, нельзя мирную, надо легкую или нормальную. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно, все нормально. Ничего не должно нам портить наше открывание лаки-блоков. И здесь ламы, цветочки, прям какие-то добрые лаки-блоки получаются. Лаки-пик, а что ты даешь? Может тебе покормить надо? А, блин, у меня нечем тебя кормить, извини уж. А стоп, ее может пирожком каким-то покормить? Нет, к сожалению. Но, о нет. Все, пока. Теперь летай, лошадка. Одна лошадка летает просто костяная и умирает. Стоп, а мы не можем точно нигде раздобыть морковки? Не, кажется, не можем. Да, точно не можем. Ну, поэтому стой тут, свинка. Потом как-нибудь тебе дам покушать. А сейчас мы откроем картун дога, а потом уже самое интересное, то есть картун котопес. Это самое интересное, что я вижу здесь. Мне всегда хотелось бы туда прыгнуть. Но, блин, посмотрим по лаки-блокам. О, нет. Нет, покеда. Гори синим пламенем. Блин, ну за что мне это? Все, двери закрываются. Извините, вход воспрещен. Дуракам и плохим зомби вход воспрещен. Так, здесь откроем. О, кстати, это целый дом у меня получается, да? Ну да, получается, ну да. Меч алмазный, я смогу его прикончить, посмотрите. Ой, отстань. Нет, не убивай. Блин, я сейчас умру, кажется. О, нет, не умер. Кайфарик, получай. Упс, полный упс, вупсень-пупсень. Ну ладно, ничего страшного, мы сейчас его еще раз убьем. Но, блин, он как-то, у него как будто дальность удара повышена. Но, получай, нифига себе. У него броня плохая, я понял. То есть она меня фигарит. Я, то есть, самого себе фигарю, ничего себе ты. Но, ладно, сейчас как-нибудь попробуем убить. Получай. От всей души почек дарю тебе цветочек. Давай, пока. Нет, не пока. На, получай. Еще удары. Есть, мы выбили целый комплект топовой брони с этого зубака. Вот это уже мне нравится. А можно ли алмазные вещи туда протащить? Надо будет спросить. One is lucky, one is not.
Нет, это плохой Лаки Блок. Блин, я его открыл. О, нет, разлетелось все в клочья. А Лаки Пик живет, да, она точно счастливая свинка. И это очень хорошо. Я думаю, что свинка умрет. Не-не-не-не-не, спокойно, 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 кролик. Спокойно, кролик. Все, нормально, отошел. Отошел и не трогал меня. Так, все, дальше. Это что у нас? Лаки меч? Нормально, пусть будет. Собачки. Where is your problem? Ну, это просто предсказание какое-то дебильное. Зомби-лошадь, пошла отсюда, плохая. Стоп, а когда я бью, еще эффекты всякие, да, накладываются. Так, еще похаваем и сразу же сломаем. Получай. Это у нас что? Офигеть! Это же топовое зелье! Ну, блин, его, кажется, туда не протащат. Что происходит? Я немножко испугался, но это уже жестко, реально. Что у нас дальше? У нас еще один Lucky Sword. Кстати, если лошадей побить. Какие-то эффекты накладываются? Кажется, нет. Мда, печально, ни одного алмазика. Ну ладно, сейчас пойдем и третью штуку откроем, а это просто в параллельную вселенную отправим. Пам-па-пам, пам-па-пам, до свидания, все эти вещи нам не нужны. Съели? Вкусно, ням-няма просто. Ой-ой-ой-ой-ой! Я свой меч потерял, ну ладно. Откроем сейчас, наверное, самые удачливые лаки-блоки. Надеюсь, что хоть один алмаз здесь выпадет. У картонка пса, то есть мультяшный котопес. И пошли, туда у нас сейчас офигенный, просто идеальный все, что есть. Только я невидимка при этом. У меня прыжок огромный и пока что фигня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты чего вообще делаешь-то, крипер? Ладно, идем дальше. И... о! Коин. Вот сейчас, может быть, повезет. Вот сейчас вот самый момент истины прям вообще. Давай, пожалуйста. Нет, ну спасибо, ну конечно, да. Большое спасибо, что дал мне фигню и ни одного алмазика, блин. Ну как это так? 20 лаки-блоков, что за хрень? Ну ладно, еще не все кончено. Еще остались лаки-блоки. О, вот здесь может повезти, ребят. Вот здесь я как... опытный. Ну да, ну да, ну да. Не повезло, нифигашеньки нам не везет сегодня. Кажется, нам никогда не повезет. Вау, 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 вау! У нас есть 9 алмазов, мы можем их забрать в тот мир. Ну хоть сколько-то, это хорошо. Ой-ой-ой-ой, аккуратно. Так, о! Офигеть! Вот это уже намного круче броня, да? Оп, оп. Ой-ой-ой-ой-ой, стоп, 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 не взрывай, не взрывай. Все, хорошо. Отстань. Так, быстрее! Офигеть, я испугался. Не, все хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, спасибо, я вообще-то бессмертный, поэтому мне абсолютно плевать. Ну, как бессмертный, то есть почти бессмертный. Что у нас еще? У нас 9 алмазов. Ну, то есть самая удачливая я явно середина. Я очень рад тому, что именно отсюда... О, привет. И чё? Ничего не дашь? Ну, ладно. Удачки тогда. Я пошел. Ребят, мы уже долго открываем, и поэтому пора уже прыгать, наверное, в серединку и посмотрим, что там. Это реально интересно. Покажитель. На, держи, все-все-все. 9 алмазов в том мире меня ждет. Давай, давай, удачки. На, кстати, о. Стоп. Странный ты. Ладно, давай, удачки. Я пошел. Раз, два, три. 9 алмазов. Ой. 9 алмазов у нас. Раз, два, три. Прыгаем. Пума! Где я, блин, появился? Что это такое? У меня 9 алмазов. А, мои алмазики. А, я понял, да, я попал. Только я не знаю, куда я попал. Привет, житель. Что ты тут делаешь и почему у тебя такие классные очки? И что я должен делать здесь? Короче, мы сейчас находимся на пауэрбанке, Nysic Bro. И ты должен перейти по проводу, который заряжает iPhone, и уничтожить всех Cartoon Cat Dog'ов, а потом позвонить мне и сказать то, что ты ликвидировал всех монстров. Надеюсь, ты справишься. У меня можно купить пушки. Если что, iPhone можешь себе забрать. Мне он больше не нужен. До свидания. Окей, я тебя понял. То есть мне надо сейчас купить что-то. То есть я возьму калаш. Это... И ладно, еще два калаша. Нет, штурмовые винтовки. Две и один калаш. Все. Спасибо, я пошел сейчас выполнять твое задание. То есть мне надо спасти iPhone. А, здесь пауэрбанк, он, кажется, защищен. Окей, все, погнали по проводу идем. Это какая-то вообще странная карта какая-то. Ну ладно, сейчас уничтожим тупо легко. О, все, одного уничтожили уже. И как мне... Я понял, понял, понял. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. У меня не так уж и много патронов, чтобы как бы расходовать их просто так. И здесь реально что-то странное. Кстати, надо потише звуки сделать.
Так, все, сделал потише, теперь можно спокойно расстреливать. На-на-на-на-на-на! Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо, спокойно, ты что делаешь? Ты что делаешь? Отстань! Уф, убили, охренеть! И неплохо так пушек дропается. Мне кажется, мне даже хватит всего лишь этих пушек, чтобы полностью спасти айфон этот. Кстати, я хочу там жить, ребят. Я хочу этот айфон себе и позвонить просто этому жителю уже и сказать то, что миссия выполнена. Для этого надо не промахиваться и точно тащить катку. То есть, все просто правильно делать, стрелять идеально. И 90% попадания сделать. Давай. О, кстати, я попаду издалека такого. Кажется, нет, ни разу не попал. Ну ладно, сейчас попробую еще. Пам. Окей, пониже. Все, попали, офигеть, я реально попал. Жесть. Так, бластеры — это очень классная тема. Можно сейчас просто прибить этого вонючего Cartoon Cat Dog. Все, одного убили. И еще идите сюда, я не боюсь вас, ребята. Получай. Нифига себе, отойдите от меня. Нет. Тихо. Эй. Офигеть, меня просто разнесло сейчас. Это какая-то жесть, надо спаун-поинт ставить еще на всякий случай. Иначе так я буду очень долго ходить. И вообще гемот один поставим. И поставим там спаун-поинт. Но все-таки это жестоко. Поэтому сюда реально поставим спаун-поинт и гемот 0. И, блин, надо как-то теперь свои пушки забирать, они же меня сейчас убьют. Быстрее, бежим со всех ног. Давай. Тихо. Все, получайте сюда. Получайте, я сказал. На. Осторожно, сзади, вот там еще один. Капец, тут дропа, просто нереально. Можно убивать всех монстров. А куда делись еще два карту кэта? Получайте, ребятушки. Вы уже не выживете. Вас убьет Найсик, бро. Киллер нанят уже, и вас убили. На. Всех надо истребить, чтобы айфон точно был моим, его никто не трогал. Ох, айфончик мой любименький. Так, где эти все штуки? Надо убрать их. Кстати, напишите в комментариях, какой у вас телефон. У меня лично старый iPhone 5, я с ним уже очень давно хожу. Но, может быть, когда-нибудь я куплю себе все-таки новое что-то. Но пока что как-то даже и не нужен мне телефон. Я все-таки компьютерный геймер, люблю играть. Посмотрите, как я их болю, это просто жесть. Нет, это уже перебор, ребят. Два на одного, это что такое? Нет, тихо. Спокойно. Главное не паниковать. На, просто с винтовочки. Ой, залагала от винтовки. На, в голову прямо. Хедшот. Со скольки патронов? С 5 патронов всего-то. А что у нас здесь? Здесь у нас просто еще куча монстров. И мне надо реально освободить весь экран от этих монстров. Он ведь сенсор, на него еще и заляпают козлы свои черные субстанции, как Cartoon Cat. Но потому что они все одинаковые, эти монстры. Офигеть. Нет. Стой. Я не успеваю тупо выстрелить с винтовки, но все. Получай. Осталось чуть-чуть. Уф, выжили, все-таки повезло. То, что я не умер, это вообще класс. Так, вот это все убираем. И знаете что? Надо забрать крутую винтовку. Вот, все. Она с 4 выстрелов убивает 100% этого монстра. А вот это вот с 3 вообще, смотрите, сейчас покажу. Пам, ой, отойди, подожди, не до тебя, нет, последние хп, все, успели убить, и, в общем-то, смотрите, 3-й патрон, и, ой, промазал, еще разок, вот, 3 выстрела чистых, и все, победа твоя, на, получай с винтовки, еще 2 осталось, и там огромный, просто огромнейший, как я его уничтожу, капец. Капец, конечно, как я реально уничтожу его, получай, и вон там еще один, Чай! Блин, фигня, не выстрел, но я его убил просто, офигеть. То есть надо сначала дропнуть все ненужное, то, что не наносит урона, и сейчас у нас будет важная битва, ребят. А для этого надо пойти и убить Cartoon Cat Dog. Иди сюда, котопёсик! Ну что ж, момент истины, осталось убить только огромного Cartoon Cat Dog, и мы победили. Мультяшный котопёс, иди сюда, мы тебя одолеем. И слушай, ты какой-то странный. Ой-ой-ой-ой-ой! А себе ты стреляешь, ты мой айфон уничтожаешь. Ну ладно, он звонить-то еще сможет, мне кажется, он выживет при любых обстоятельствах, а поэтому выходи на честный поединок, а именно вниз спускаемся и на получай злой. Офигеть, ты что делаешь-то? Офигеть, посмотрите, как он все взрывает, сумасшедший просто. У него башки нет, просто сумасшедший, безбашенный монстр. На, получай. Все, мы тебя уничтожим, брателло. На. Офигеть, он стреляет в ответ. Но я очень близко подошел, он себя взорвет просто. Нет, не взорвет. Офигеть просто. Он до меня не дотягивается, я его легко посередине просто около него стою и убиваю. Только у меня кончились
Все. Стой, у меня кончились патроны. На. Офигеть, он долго убивается. Кстати, посмотрите, как много патронов у этой штуки. Мы его точно сможем завалить. Он просто дикий. Посмотрите, как он все взрывает. Я просто немножечко в шоке на самом-то деле. И надо до конца уже все дострелять, все мои пушки. Он стоит как вкопанный просто. Че стоишь как вкопанный? Тун-тун-тун. Убиваем его в стиле Mortal Kombat. Сейчас просто сделаем X-Ray комбо. Пам-пам-пам-пам-пам. И он скоро умрет, мне кажется, уже этот Cartoon Cat. Cartoon Cat Dog. О, да, все, мы его выпилили. И с него ничего не выпало. Но, наверное, награда за него это как раз вот этот iPhone, который рядом здесь лежит. Вон, звонки. Погнали туда быстрее. Я хочу уже позвонить, кто мне ответит. Так, все выкидываем, что не нужно здесь. Так, сюда жмем и, наверное, позвонить сейчас сделаем. Чун-чун, нажали. Так, алло, житель, я выполнил твое поручение, я уничтожил всех Cartoon Cat Dog'ов, мультяшных котопсов, если не понял, и что ты мне скажешь на это? Больше сюда не пиши, от тебя говной воняет даже, отсюда... Кажется, я не туда позвонил. Или это житель меня так обманул? Слушайте, дай-ка я... Или ладно. Что ж, вот такой вот получился ролик, ребят. Конечно, вот эта концовка очень странная. Вот этот вот прикол, который сказали мне по телефону. Кажись, меня затроллили немножечко. Зачем я вообще помогал этому жителю? Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, какие еще ямки вы хотите. Может, именно ваши ямки попадут в следующее видео. С вами был Найсик Бро. Не теряйте.